Данил, да. Вы как свеженазначенный. Начинайте. Да. Так, красная. Любую красную карточку. Красная что означает? Вы там прочитаете вопрос. Я понял. Хорошо. Это, насколько я помню, это откровенный, да? Да, откровенный. Читайте. С кем из бывших вам хотелось бы однажды сойтись заново? Хотя бы однажды хотелось сойтись заново. Почему вы на Юрия смотрите? Нет, здесь, я думаю, что здесь не работодатели, бывшие имеются в виду, а совсем другое. Ну, впрочем, вы можете трактовать как угодно. Вы знаете, не хотелось бы ни с кем. Это можно, да? Конечно. Спасибо. Нет, не хотелось бы. У нас свободная страна и свободная передача. Отлично. У нас можно все, кроме того, что нарушает российское законодательство. А все такие вопросы, да? Нет, только красные. Юра, выбирайте красные. Красные лучше. Белые, значит, это свободный вопрос, то есть на нем ничего не написано. По идее, я должен задавать какой-нибудь вам Давайте вопрос. Же. Да нет, я вот вытащу карточку на подумать, мне кажется. Вот голубые, они у нас на подумать. Вот такой будет. Вы тайно находите себя красивее большинства людей своего окружения. О, нет, нет, нет и нет, и еще раз нет. Угу. Тут даже, вот, к сожалению, думать не приходится над этим ни миллисекунды. Все мое окружение бесконечно красивее меня, умнее, порядочнее и прекраснее. Это вот к чему вот сейчас было? Это что? Вот, что это такое? Вот зачем это было произнесено? То есть вот это вот. Не знаю, я люблю людей, которые меня окружают. Они очень хорошие. А мне вы кажется, любите их людей недостойно. Вообще, в принципе, как вас? Как биологический вид. Да. Ну, у них есть свои недостатки, но, в принципе, хорошо, что они существуют. Мне все-таки нравится, что в данный момент выглядит так, как будто... Мы отчитываемся перед Парамоном за весь человеческий род. Парамон, прости нас. Парамон очень серьезный, как бы, да. Коты, конечно, во всех отношениях лучше, но мы, люди, тоже стараемся. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».